День добрый. Сегодня у нас 20 апреля. Снова аутлет-центр La Roca Village, который находится там в 40 километрах от Барселоны. И сейчас будем заходить в Пинко. Продлили акцию на новую коллекцию. При общей покупке от 3 вещей будет скидка минус 30%. Пойдемте, все посмотрим. Сегодня первый день, мы без масок. Официально. Вот эта акция. То есть было до 18-го, 4 дня, раз была Пасха католическая, и продлили эту акцию минимум на неделю, как сказали. То есть эту карточку еще, да, рекламу не поменяли. Ну, с чего начнем? Пойдемте вон с тех сумок. Сумки Pinko Love. Это уже финальная цена, на них, естественно, скидки уже не будет. То есть вот эти сумки 145 евро. Фурнитура золото, фурнитура серебро, 145 евро. Здесь все на замочке. Все это натуральная кожа, естественно. Такая модель тоже 145. Ценника нет, но она тоже 145. Натуральная кожа. Два отдела здесь, один на замке. Идем дальше. Да ты что? Цепляется. Зацепилась. Такая сумка у нас будет 100. Ага, 100. 240. Это средний размер. Один центральный отдел на замке. Такой мягчайшая кожа. Такие туфли. Ценник. На туфли будет минус 30%. Повторюсь, при общей покупке. Это не надо там каждому клиенту заказывать там три вещи. Нет, мы все объединим в один заказ и будет минус 30%. Made in Italy. Все натуральная кожа. Ну, ценника тоже нет. Quanto costa? 130 евро. 130 евро, минус 30%. Вот такая кроссбоди. Плечевой ремешок. Ценник бы еще узнать бы. 180 евро. Классическая Pinko Love, средний размер, 190 евро. Есть вот такая толстовочка по 39 евро. Модель оверсайз, 39 евро. Но остался размер M-ка, если не ошибаюсь. То есть очень-очень мало осталось. Да, это размеры. 39 евро. То есть очень хороший. Хорошее предложение. Вот на этом стенде обувь 140 евро. И минус 30% от этой цены будет. Все это натуральная кожа. Вот здесь, если видите. Желтый, такой зеленый цвет, черный, голубой. Все это будет минус 30% от этой цены. 140 евро минус 30%. А вот и ценник. А вот и ценник здесь. Да, 130 евро. Натуральная кожа. А, кстати, есть в голубом цвете, да, тоже. 130 евро минус 30%. Сумки. К сожалению, такие сумки в акции не участвуют. 90 евро. И это, скорее всего, не кожа. Да, это искусственная кожа. То есть это модели, вот именно вот эти модели. Это искусственная кожа.
Давайте ценник узнаем вот у этой модели. 115 евро. 115 евро. Стеганая и в гладкой коже. Давайте сравним цены. Изменится или не изменится цена? Ага, ценника нет здесь. Здесь ценника нет. Давайте такую же сумку. Вот они все еще в пленке, в упаковке. Тоже ценника нет. Вообще бесценные они. Давайте на черные. Тоже нет. Ну, вон та еще голубая, есть надежда. €100, наконец-то. То есть €100. Именно в гладкой коже. И такие стеганые, они подороже получаются. 115, да, они? Сколько мы сказали? Да, 115 евро. То есть 115 евро. Стеганые и гладкие 100. Так, и в большом вот этот черный есть тут ценник. Ага, тоже нет. Нету ценника. Ну, будет однозначно подороже, чем 100 евро. Стеганые, кстати, идут 135 евро. Это большой размер получается. Гладкий будет, ну, наверное, 120 евро. Плюс-минус. Повторюсь, на эти сумки они не участвуют в этой акции. Только обувь здесь, на этой полке. Здесь модели. Кстати, есть ремни. 55 евро. Но это тоже, кажется, не кожа. Давайте посмотрим. Да. 100% полиуретан. То есть только Pink Alaf, у них идет кожа натуральная. Это не кожа. Это, скорее всего, тоже не кожа. Да, тоже полиуретан. Все это полиуретан. Вот это будет кожа 90 евро. Ну и ценник сразу же. Кожа замша 90 евро. Здесь модели сумок 170 евро. Повторюсь, Pink Alaf в акции минус 30% не участвует. Стоять. 230, ничего себе ценник тут. 230. Такую модель в свое время тоже очень дорого стоила. 170 евро в маленьком размере, в большом она 222 евро стоила в свое время. Это все, естественно, натуральная кожа. По цене 225 евро. Ценника нет здесь. Сарафанчик. Ну, давайте тогда пойдем по сарафанчику. Его цена 170 евро. На всю одежду будет минус 30%. То есть на всю одежду минус 30%. Да ты что, не все, все живые падают. 230 евро. Это все новая коллекция. В ближайшие, повторюсь, там 5-6 месяцев будет продажа эти модели. Такая блузка. 110 евро. Сарафан живой. Такое платье. Бесценное. Нету ценника. Не напечатан. Такие брючки
130 евро. Ну и минус 30%. Такая рубашка. 180 евро. И минус 30%. И пиджак этим брюком. 225 евро. Ну и минус 30%. Так, вот здесь еще есть такие кеды. Натуральная кожа. И ценника нет. Ладно, может быть, найдем дальше в магазине такие уже модели, посмотрим цену. Такая худи. 80 евро. 80 евро и минус 30% получается еще от этой цены. Есть такой фуксий цвет. Есть вот такой фисташковый цвет. Тоже 80 евро, еще минус 30% будет. Идем дальше. Здесь такая же блузка была. Там, в зеленом таком цвете. 110 евро также. А вот. Это у нас еще шортики. По цене. 110 евро. Ну и минус 30%. Минус 30%. Такие штаны летние. 175 евро. От этой цены еще будет минус 30%. То есть, повторюсь, это на 5-6 месяцев точно будет эта коллекция. Пиджак 255 евро. Ну и минус 30%. Так. Такое платье нарядное. 195 евро. Ну и минус 30%. Ничего себе, такая в пайетках рубашка, блузочка. Вообще нарядная. Интересная цена. Ну, в принципе, 150 евро и минус 30% будет 105 евро. То есть 45 евро будет скидка. Из этой же коллекции платье 190 евро. Так, вот эти сумки. Это все натуральная кожа идет. 255 евро. Один общий отдел, но это натуральная кожа. €205. Такая же модель есть в белом цвете. То есть в коричневом цвете и в белом. Вот такая же модель. €255. Тоже как коричневая такая же цена. В белом. €255. Так, идем дальше. Вот на эти 20% будет скидка. Вот на эти сумки в большом размере. То есть вот этот цвет 110 евро будет минус 20% от этой цены еще дополнительно. Вот это. И вот это, то есть вот эти три модели в большом размере, стеганая, тоже будет минус 20% от цены. Вот ценник у нас. Ну, повторюсь, это не кожа, это тут и написано, эко-кожа. 140 евро в большом размере и минус 20% от этой цены.
такая модель 140. Это идет у нас полиуретан, то есть искусственная кожа. Здесь показали, здесь показали. Идем дальше. Кроссовки вот эти, если не ошибаюсь, 130 евро тоже должны стоить. Что-то из этой серии. И также будет скидка, минус 30%. На обувь, на всю есть 30%. Инкалав. Это натуральная кожа. Так, ценник бы еще бы увидеть бы. Бесценное такое ощущение, что... Ценника нет на эту сумку, к сожалению. Нет. Ладно, если кому-то надо будет, уточним. И вот эту давайте еще посмотрим, пинкалав, и будем одежду дальше. Здесь есть ценник. 175 евро. 175 евро. Пинкалав. Так, идем по одежде. 255 евро, минус 30%. Кстати, вот такая сумочка. Даже ни разу не было такого. Ценника тоже нет. Ценника, к сожалению, нет. Тоже из новой коллекции. Но это получается натуральная кожа. Вот это будет натуральная кожа. Дальше эти мы показывали. Это тоже у нас получается... Это шорты у нас. У нас шорты по цене 130 евро. Ну и минус 30%. Это у нас юбка. 125 евро. Ну и минус 30%. Такая блузочка. 130 евро. Классная блузочка, ну и минус 30%, не забываем, то есть акция минимум будет неделя. Ну, те же самые шортики, только в другом цвете получается. 130 евро, то есть от цвета цена не меняется. Такая блузка 130 евро. Здесь у нас такое платье 200 евро. Ну, минус 30%, 140 евро будет со скидкой. €215. И минус 30%. Вот такое платье нарядное. Чтобы ценник был бы, да, есть 200 евро, минус 30% будет 140 евро. Так, из этой же коллекции. Ценника нет, вот он есть, 255. 170 евро. Ну, от этой цены еще минус 30%. Так, это чуть покороче платье будет. 160 евро. Ну и минус 30%. То есть. Одно в пол, другое там по колено. Так, здесь те же самые модели, только в другом цвете. Все то же самое. Те же самые брюки. Так. Еще вот такие, да, у нас 130 евро в таком цвете, коралловом. И вот такая модель, которой не было ценника на первом, с сумками, 155 евро и минус 30%. На обувь будет все минус 30% еще. 195 евро. Мягчайшая кожа.
На Pinka Love дополнительной скидки нет. Плечевой ремешочек. Очень мягкая кожа. Ценника тоже, а нет, есть ценник. По крайней мере, есть бирка, но ценника нет. Это все натуральная кожа. Pinka Love. Так, идем сюда дальше. Такая кофта, 110 евро. Минус 30%. €110. Хотя тоннажи только... Красиво так, красивее даже сделал, чем было. Юка. Вообще нарядная. 135 евро. И минус 30% еще от этой цены. Ну, качественная такая. Топик такой. По цене, цены нет. Здесь тоже нет. Здесь ценника, к сожалению, нет на топик этот. Платье. 190 евро. Вообще платье в пол, длинное, 190 евро. Ну и минус 30% от этой цены. Так, пиджак. 270 евро. 270, так, это мы уже показывали. Так, ценника нет. Вот здесь есть ценник. 85 евро, кстати. 85 евро и минус 30%. Из этой же серии шортики. Ценник, ценник, ценник. Ценника нет. Такая пуговка, застежка. Ну, тоже нет ценника, ну, ё-моё. Кому надо будет, скажете, уточним. Все вопросы, пожалуйста, пишите на WhatsApp по цене. Все условия по доставке, все на WhatsApp. Плюс 34-633-644-944. Юбка 130 евро, минус 30% от этой цены. Тоже юбка. 140 евро. Давайте это платье. 155 евро. Ну и минус 30%. Так, вот такие кроссовки тоже бесценные. Нет, у ценника, к сожалению, но очень легкие. Но на них тоже будет минус 30%. Хотелось бы узнать цену. Тренч такой, 285 евро. Ну и минус 30%. Дальше общим планом. Так, ценника нет. Все это новая коллекция, повторюсь. То есть у многих ценников еще не наклеили. 250 евро. И минус 30%. Вот здесь вижу, ценник есть. 100 евро, кстати, такие. Брючки 100 евро и минус 30%, 70 евро выйдет. А вот такая модель. 110 евро. И минус 30%. Такой топ. 130 евро.
И это юбка. Это юбочка. По цене здесь ценника нет. Здесь ценник есть. 155 евро. Ну и минус, соответственно, 30%. Джинсы. Пинкалав. 155 евро. И минус 30%. Так, вот такая косуха. 260 евро. Натуральная кожа, естественно, это все. Мягчайшая натуральная кожа. И минус 30%. Такой кофейный цвет. Ну, очень мягкая кожа. Кстати, из этой же коллекции есть рубашка. 125 евро. Комиссия. 125 евро, минус 30%. Вот такие брюки. 170 евро. Так, здесь еще пару платьев покажем. €150. Со скидкой выйдет 105 евро. Из этой же коллекции в другом цвете просто. Допустим, юбка. 195 евро, с ума сойти. Здесь подороже, не, конечно, юбочка, чем платье даже. Смотрим дальше. Вот такой пиджак мы показывали, платье показывали, что на манекене. Так, вот такая сумка. Что у нас по цене? Такой шопер. 80 евро, кстати. 80 евро и минус 30%. То есть, ну, я считаю, очень хорошая цена. Стопроцентный хлопок, текстиль. То есть здесь Pink Love у нас 225 евро. Такая большая. Ценника нет. Ремни показывали там. И вот эти модели Pink Love тоже бесценные. Есть 170 евро. В белом и в черном цвете такая же цена будет. Здесь посмотрим. Пиджак 190 евро. Это платье получается у нас бесценное. 180 евро. И минус 30%. Так, другая модель джинс. Ценника нет. А здесь есть. Угу. Этикетка есть, ценника нет. €180 блузка. И минус 30%. Это шорты. Вот такие разрезы. 105 евро. Ну и минус 30%. Такая модель. Так, общим планом еще покажем. Такой пиджак 235 евро. Если кому-то что-то надо, да, делайте, пожалуйста, скриншот. И присылайте на WhatsApp. Всем ответим по цене и сделаем дополнительные фотографии, замеры. €120.
Ну и минус 30% от этой цены. По крайней мере, неделю точно будет эта акция. Так, такие шорты у нас 120 евро. Ну и минус 30%. Так, вот здесь давайте еще посмотрим. Есть вот такие шорты. Нарядные. Сразу с таким поясом идут. 100 евро. И минус 30%, 70 евро будет. Кеды такие 125, полностью текстиль. Текстиль замша. Да, видите, вот. Натуральная кожа и текстиль. 125 евро, минус 30%. Все вообще бесценные. Тоже ценника нет, к сожалению. Так, эта сумка также будет 80 евро, как и в темно-синем цвете. И вот такой рюкзак, это получается рюкзак, 115 евро. Ну и минус 30%. То есть, видите? Оп. И вперед. И также вот в таком сером цвете. В двух цветах эти модели идут. Здесь, кстати, модель вот есть Pink Love тоже. Классический средний размер. Medium. 195 евро. Мягчайшая кожа. Такая сумка еще. Бесценная. К сожалению, бесценная. Есть дополнительный плечевой ремешочек. Это все натуральная кожа. Вот еще вот такая модель. 210 евро. Модель Пуф. Получается мини. То есть тоже все это натуральная кожа. Мягчайшая. $240 уже это. Можно так. Можно так. Так, эти мы показывали. Шорты. Такую рубашку мы не показывали. 155 евро и минус 30%. Также есть шорты в белом цвете. 120 евро. Ну и минус 30%. Ценника нет. 130 евро. Ну и минус 30% от этой цены. Так, такие джинсы. 150 евро. 150 евро и минус 30%. Кстати, вот такая еще рубашка. 125 евро блузка.
А вот классические джинсы Slim. 120 евро. Ну и минус 30% от этой цены. Платье. 165 евро. Ну и минус 30%. Так, вот здесь ценник есть. Такие летние шортики. 120 евро. Ну и минус 30%. Сто шестьдесят пять евро. Ну, минус 30%. Идем дальше. Также 130 евро. Все натуральная кожа. Ну и минус 30%. И в таком. Эти тоже должны 130. Асай, quanto cuesta? Recuerdas o no? 130? Но. Сейчас уточним наверняка. Мне кажется, тоже они должны быть 130 евро. Так, общим планом здесь. 130, си? Да, вон они еще в белом цвете. 130 евро и минус 30%. То есть в белом есть в таком темно-коричневом цвете. Давайте вот эти брючки. 130 евро. Ну и минус 30%. Кстати, есть белые джинсы. 120 евро. И минус 30%. Идем дальше. Здесь покажем. Футболка. 85 евро. Ну и минус 30%. $340. Такой черный пиджак. А вот платье красиво, 180 евро. Платье реально красивое. Такие брюки. Бесценные. Нет ценника, к сожалению. Так, вот эта юбка. 150 евро. 150 евро, ну и минус 30%. 105 евро выйдет со скидкой. Так, такая сумка у нас 225 евро. Все это натуральная кожа. 130 евро, кстати. Ну и минус 30%. Боди. $120. Ну и минус 30%. Шортики. $110. Минус 30% от этой цены не забываем. $110. Пока здесь стоим, посмотрим вот эти сумочки. $90.
Pink Love и натуральная кожа, здесь, естественно, скидки уже не будет. €90. Такая модель в черном, в бордовом и фиолетовом цвете. Ценника нет, ценника нет. €150. Что тут под кошелек, под телефон даже, под купюры, помадой вперед. Такая модель, тоже €80, кстати, натуральная кожа. Должно быть, давайте посмотрим. Натуральная кожа должна быть, модель. Да, здесь написано даже кожа. Вот Vitalo. Натуральная кожа. Монетница. €70. Тоже натуральная кожа. Еще такой мини. €85. Pink Love. Есть в черном, в красном, желтый комбинированный, белый, голубой. И давайте кошельки посмотрим. Это натуральная кожа, естественно, Pink Love, мягчайшая причем. Ценника нет. К сожалению, давайте посмотрим. Где хоть один ценник? Вот есть. Тоже нет. Асай. А, нет. Все, нашли. €90. Вот этот кошелек. Мягчайшая кожа, повторюсь. Очень мягкая. Может быть, внутри здесь тоже будет. Эти черные посмотрим еще раз. Нет, к сожалению, нету здесь ценника. Ни этикетки, ничего нет. Нету ценника. 55, но это не кожа получается. Ну, это, скорее всего, не кожа, повторюсь. Да, полиуретан. То есть полиуретан, поэтому и ценник такой. €55. Есть в желтом цвете, есть в коричневом цвете. €55. Это тоже полиуретан. Не кожа. €55 тоже. Розовый, черный, мятный цвет такой, коричневый, голубой. Все €55. Здесь показали. Такая модель, кстати. Это натуральная кожа идет, потому что Pink Love. И по цене... Цены нет. Под карточки, под купюры. Натуральная кожа. А вот в красном цвете, но без монограммы. Тоже нет ценник. Давайте в мятном цвете посмотрим. И тоже ценника нет. Кому-то, если надо будет, уточним. €115 натуральная кожа. Два отдела под купюры. Такая лакированная кожа. €75 такие модели.
Тоже натуральная кожа, здесь написано даже. 75 евро. Так, это показали. Что еще? Вот такой пиджачок еще не показывали. 255 евро. Ну и минус 30%. Так, здесь тоже нету ценника, к сожалению. Ну, около 130 евро. Ну и минус 30%. Такая рубашка у нас. €160. Ну и минус 30%. Так, вот такие джинсы. Чуть другие, темные более. €120. И минус 30%. Так. Джинсовая рубашка. €125. И минус 30%. €235. Кстати, вот такая еще модель есть. €65. Надо уточнить, будет ли от этой цены. Асай, dime porfa. Para este modelo será descuento o no? Adicional o no? Сейчас перепроверим, потому что это вполне возможно, что это уже со скидкой, с финальной. 35? Есть 25, 27 две штуки и 31. То есть от этой цены еще будет 30% скидки, я так понимаю. Sí? De este precio aplicamos más. Sí, 35, precio final. Отличная цена. Джинсы по 35 евро выходят, получается. 150 евро блузочка. О, блузочка. Такой кардиганчик. 150 евро. Ну и минус 30%. €115. И минус 30%. Что еще? Такая толстовка. Ценник будет здесь. Ценника нет. €90. Ну и минус 30%. Классические футболки по €45. Кстати, на эти футболки надо будет уточнять, будет ли скидка дополнительная или нет. Лена, а será más descuento para esta modelo o no? 45 минус 20. А, только 20% на классическую модель на эту. А, и 30 тоже. 30 тоже возможно. То есть при покупке трех вещей тоже будет 30%. Ну, в принципе... €210. Ну и минус 30% от этой цены будет. Такая куртка. Такая 205 евро, и минус 30%. Есть в других цветах тоже. В черном, в белом, скорее всего, что-то еще есть. Ну, это такая же, то есть 210 евро, как и первая была. Ну, в принципе, все показали. Тоже такие казаки. Натуральная кожа. Ценника нет. 200.
200. 200 евро минус 30%. Ну, в принципе, все. А вот что я еще нашел. Футболочка. €45. Скорее всего, что тоже будет минус 30%, то есть 30 евро выйдет цена финальная этой футболки. Ну, у кого остались вопросы, делайте скриншот, присылайте на WhatsApp, всем ответим. И да, подписываемся на наш канал, ставим лайки. И до новых видеообзоров. Всем пока!